Здравствуйте, в эфире «Новости дня» в студии Мария Губина. Ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Ремонт детсада на финишной прямой, больница «Долгострой» тоже на завершающем этапе. В любые тени глава региона проинспектировал ход работ на соцобъектах и провел выездное заседание правительства. Юбилей принципа «одного окна». 5 лет назад в Великом Новгороде открыли первый многофункциональный центр. Сегодня их 23. Об итогах работы и перспективах говорили на праздничном приеме. Вкалывают роботы. Юные инженеры сразились в традиционном конкурсе робототехники. Предложенные технические решения впечатлили экспертов. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня вновь посетил площадку в Псковском районе Великого Новгорода, где строится школа. За неделю строители серьезно продвинулись в возведении объекта, а в мэрии за это время ответили на один из важнейших кадровых вопросов. За 7 дней плюс один этаж. Недельный план рабочие выполнили. Смонтировано более 600 единиц конструкции, заасфальтировано 2000 квадратных метров территории. Увеличилось и число рабочих. Теперь круглосуточно возводят здание школы 130 строителей. Строятся кабинеты, все помещения, да, и не только кабинеты. Внутри уже занимаемся инженерией. Подвальное помещение, разводка электрики уже выполнена. Канализация, водопровод, вентиляция, отопление. И ИТП изготавливается. Работа идет полным ходом по внутрянке, по инженерии. Школа на 1350 мест строится по типовому проекту. В образовательном учреждении разместятся 16 классов начальной школы, 30 классов среднего звена и 8 старших. В настоящее время постановлением администрации города создано новое учреждение, школа номер 37. Назначен директор. И ведется работа по подготовке всех правоустанавливающих документов. Открытие расчетного счета. Эта работа будет закончена до 1 декабря. Назначенный директор образовательного учреждения. Им стала Татьяна Чеснокова. Ранее она возглавляла школу номер 15 в Кричевицах. По планам комитета по образованию, в феврале в новую школу на Белорусской будет зачислено не меньше 1000 учеников. Исключений, как для школы в Ивушках, делать не будут. Принимать детей будут исключительно по территориальному принципу. Еще два строящихся объекта Андрей Никитин посетил накануне в Любытине. Вот в эксплуатацию местной ЦРБ и завершение ремонта садика произойдут до конца года. О развитии района в целом говорили на выездном заседании правительства. Юлия Бабич с подробностями. Гнилые рамы и старые межкомнатные двери теперь просто строительный мусор. Скоро его вывезут. В декабре 89 малышей придут в обновленные и теплые помещения детского сада «Огонек». На деньги из резервного фонда президента в здании 71-го года постройки впервые идет масштабный ремонт. Выделено почти 2 миллиона рублей. Были заменены все окна, двери, почти все. И, значит, укладка плитки в туалетах. Значит, вот видим, что ремонт фундамента, цоколя, то есть лестниц пожарных, выходов. То есть достаточно большие работы. Проверил перед заседанием правительства глава региона Андрей Никитин, как идут дела в новом здании ЦРБ. На бумаге клиника официально была принята еще в минувшем году. А на деле строительные дефекты и отсутствие лицензии пока не дали 70 медицинским работникам занять свои кабинеты и начать прием пациентов. Сейчас подрядчик уже устранил брак в конструкции. Дело за получением разрешительных документов. В декабре история с Любытинским долгостроем должна быть окончена. Я прошу, чтобы до конца декабря объект был открыт, и мы, наконец, эту длинную печальную историю закончили на позитивной ноте. Коллеги, еще раз обращаю внимание, что сроки строительства социальных объектов ни в коем случае не должны увеличиваться от тех планов, которые есть. Поэтому к каждой новой стройке мы с вами должны подходить разумно, делать нормальную проектную документацию, проверять ее. Только после этого что-то делать, чтобы больше в такие ситуации мы с вами не попадали. В 2018-м в скорой должны появиться две новые машины, обновиться подвижной состав и школьных автобусов на 2 единицы. Андрей Никитин подчеркнул, в Любытине необходимо создать филиал или форму удаленного среднепрофессионального обучения. Иначе из муниципалитета так и будут уезжать, не обещая вернуться. Проблема для оперативного решения и коммунальные сети.
В настоящее время уровень физического износа объектов сетей водоснабжения и водоотведения на территории района составляет более 90%. И реконструкция и строительство объектов возможно только в рамках инвестиционных программ. А вот с инвестиционной привлекательностью, судя по словам заместителя губернатора Евгения Богданова, у района пока не очень. В Любытине 11 инвестплощадок, большинство предназначены для сельского хозяйства. Спросом пока не пользуются, даже несмотря на то, что приоритетами для развития район ставит туризм, жилищное строительство и тот самый АПК. А если говорить в масштабах области, то всем муниципалитетам необходимо активнее включаться в госпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий». Мы недостаточно используем эту программу развития сельских территорий, я считаю. И мы об этом говорили уже на одном из заседаний правительства, да, что мы свои лимиты не выбираем. Значит, опять же, если необходимо, посылайте своих заместителей к Елене Витальевне, она им расскажет, как оформлять эти документы и так далее. Еще один любопытный факт. По численности населения, к примеру, Батецкий район почти вдвое уступает Любытинскому. Но количество субъектов малого бизнеса на этих территориях примерно одинаковое. Скорее всего, в Любытине предприниматели просто не зарегистрированы. Это еще один повод для размышления и действий местных руководителей. Из Любытинского района Юлия Бабич, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. В диалог с прокурором сегодня вступили представители Общественной палаты России, чиновники правительства региона и правоохранители. Участие в разговоре принял основатель общероссийского антинаркотического движения «Антидилер», бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Дмитрий Носов. А темой разговора стало ограничение продажи алкоголя в молодежной среде. Маркировка 18+, запрет продажи алкоголя 1 сентября, в дни выпускных и последних звонков. Федеральное и региональное законодательство с каждым разом ужесточается и всячески ограждает несовершеннолетних от употребления горячительных напитков. На местном уровне случаются и послабления. В этом году разрешенное время продажи алкоголя в новгородских магазинах сдвинулось на 2 часа. Теперь ограничение начинается с 11 вечера, как и прописано в федеральном законе. Хотя лазейки недобросовестных предпринимателей давно известны. Вчера нас порадовало кафе у вас в Новгороде, которое называется «Продукты». Такого я еще не встречал. Кафе-продукты. То есть никогда в жизни не подумаешь, что это кафе, потому что большая вывеска «Продукты». Тебе кажется, что это продуктовый магазин. За последние 3 года 27 торговых точек в области привлечены к ответственности за продажу алкоголя детям. Как видно, действующий закон предпринимателей не пугает. Планируется ли сейчас или рассматривается на федеральном уровне вопросы ужесточения законодательства? С Нового года, наконец-то, да, будет усиление в сфере законодательства существенное, потому что сейчас предприниматели практически, горе-предприниматели, я их так называю, которые на самом деле убийцы, в принципе, какой-то большой ответственности, кроме того, что у них это изымут, не несут больше. Ну, какой-то символический штраф и все. Насколько я понял, с 1 января ну, там, до 500 тысяч, от 500 тысяч до миллиона, что ли, рублей будет штраф вводиться. В рамках встречи прозвучало предложение создать координационный совет по работе общественных организаций с детьми, который в том числе мог бы регулировать вопросы ограждения несовершеннолетних от алкоголя. 5 лет назад в Новгородской области был открыт первый многофункциональный центр. Сегодня это сеть из 23 офисов и 63 отделений, предоставляющих жителям государственные услуги по принципу одного окна. На торжественном собрании, посвященном юбилею, говорили об итогах пятилетки и о планах на будущее. Алена Суфтина продолжит. Тогда, 5 лет назад, многие не верили в успех проекта и давали срок не больше 2 месяцев. Сегодня услугами центров «Мои документы» пользуется практически каждый новгородец. Здесь можно записать ребенка в детский сад и школу, подать документы на получение паспорта, материнского капитала, оформить льготы и получить консультацию практически по любому вопросу. Принцип одного окна по достоинству оценили сотни тысяч жителей области. И количество обращений с каждым годом только растет. Тот комфорт, который на сегодняшний момент обеспечивает наше учреждение, оно позволяет людям не только получить услугу, но и, скажем так, получить ее в комфортном месте, быстро, в нужное время, когда им это удобно, в том числе выходной день. Получить комплекс услуг в одном месте, не бегая по массе учреждений.
В апреле этого года оценил уровень новгородского обслуживания лично глава государства и подчеркнул, опыт работы МФЦ с различными структурами необходимо транслировать по всей стране. Постоянными партнерами центров «Мои документы» стали Пенсионный фонд, Роспотребнадзор, Налоговая служба. Следует отметить, что с сентября 2017 года в МФЦ оказывают услугу по направлению в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц формы 3 НДФЛ. Особого внимания заслуживает новгородский офис МФЦ для бизнеса. 8 окон приема, больше 30 жизненных ситуаций. Консультации медиатора, который помогает бизнесменам урегулировать конфликт и не доводить дело до суда. Но сегодня говорили не только о достижениях, но и о планах. Увеличение точек доступа к электронным услугам – это не менее важная и амбициозная задача. Она также продиктована изменяющимися потребностями граждан. МФЦ сегодня активно приступает к организации зон электронных услуг. Не ждите команды министерства, а слушайте своего потребителя. Не обошлось на праздничном заседании и без наград. Благодарственные письма департамента, Пенсионного фонда, налоговой службы получили руководители и сотрудники муниципальных центров «Мои документы». А победителем конкурса название «Лучший МФЦ» стал офис МФЦ для бизнеса в Великом Новгороде. Алена Суптина, Илья Круглов, новости, Новгородское областное телевидение. Общественный совет при региональном департаменте природных ресурсов и экологии сегодня изучил научные рекомендации по мелиорации на озере Ильмень и некоторых новгородских реках. Участники встречи обсудили также результаты аналогичных работ, проведенных в этом году. Работники даже превысили госзаказ. На озерах выкошено более 70 гектаров водной растительности. Тростник, рогозы, камыши, заросли которых сказались на воспроизводстве запасов рыбы, никто не трогал больше 20 лет. Косили также на озерах Никольское, Ильминское, Большое, Глинное. Из-за чрезвычайно высокого уровня воды пришлось внести корректировки в планы по дноуглублению. Госнеорг рекомендовал их перенести. Впрочем, не исключая возможность проведения дноуглубления в зимний период. В 2017 году для выполнения работ по удалению водной растительности предложены участки в устье реки Плотница на озере Колодежском, 30 гектар. Но углубление предлагается проводить в устье реки Мста. Объем предполагаемой выборки грунта 165 тысяч кубов грунта. В 2019 году планируется провести окашивание водных зарослей на площади в 30 гектаров, а также провести дноуглубление в устье реки Ловоть. Дальше в планах реки Шелонь и Веронда. Однако все будет зависеть от погодных условий. Из-за того, что рыбохозяйственных работ по мелиорации не велось долгое время, по заключению специалистов, рыбопродуктивность озера снизилась в среднем на 20%. Добавим, весь комплекс мер по улучшению водоемов Новгородской области рассчитан до 2020 года. В Великом Новгороде состоялись ежегодные открытые состязания по робототехнике. Юные инженеры представили на суд экспертов свои разработки в области умной техники. На планете роботов побывала Кристина Абелян. 8-летний Вадим Торопов решает глобальные задачи. Из далекой Арктики ежегодно вывозят 1000 тонн мусора, бочки, металлолом, брошенную технику и остатки нефтепродуктов. Задумка второклассника – робот-погрузчик, помощник волонтеров и рабочих. Машина должна защитить людей при утилизации опасных отходов. Из компьютера я управляю, чтобы он мог подъехать, захватить, поднять и отвезти бочку на перерабатывающий завод. И таким образом этот робот очищает Арктику от загрязнения. Проект «Чистая Арктика» – абсолютный победитель в младшей группе. И как поется в известной советской песне, позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек. В свободной творческой категории ребята всячески предлагали упростить людям работу и автоматизировать процесс. Юные техники сконструировали машину-госпиталь, робота-спасателя и робота-строителя. Кстати, в этом году у школьников еще больше простора для идей. Организаторы расширили круг номинаций. В этом году мы впервые вводим новую номинацию «Марафон шагающих роботов». Надеемся, что это будет интересно. Это роботы, которые сконструированы на базе образовательных наборов, в основном это лего. Хотя здесь могут быть и свои собственные какие-то конструкции. И действительно, особенность этих роботов в том, что они шагают, то есть механизм движущихся ног, и, соответственно, они могут шагать. В 11-й раз Центр технического творчества собрал сотню юных техников. Приехали ребята из области и северной столицы. Туда же, кстати, отправятся и победители соревнований. В декабре в Санкт-Петербурге пройдут открытые зимние состязания. Кристина Белянцева, Ушаков, новости, Новгородское областное телевидение.
В 19:20 в эфир нашего телеканала выйдет эксклюзивное интервью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Диана Васина поговорила с известным журналистом о предстоящих выборах, политической ситуации в стране и свободе слова в России. Не пропустите в 19:20 на НТ. А у меня к этому часу все. Впереди реклама и прогноз погоды о развитии событий в наших вечерних выпусках. Увидимся через 2 часа.